Ну, а это аттракцион неслыханной щедрости. Здесь висят майки, тишки всякие разные, шорты, джинсы. Раз в неделю происходит распродажа. То есть, вот, например, на лейбл зеленого цвета, они все разного цвета, объявляется распродажа. Здесь написано цена 3,59, то сегодня, например, эта майка стоит $1. И любая вещь, которая здесь висит, вот, с зеленым лейбаком, она стоит $1. Будь то джинсы, будь то, может быть, там шорты, еще что-то. Поэтому люди, которые занимаются профессионально, приезжают рано утром, как только магазин открывается, ну и, соответственно, начинают вот эти вот сейловые дела набирать. Соответственно, на следующую неделю меняется цвет. То есть сегодня был зеленый, а там через неделю будет желтый цвет. Соответственно, вот эти вещи, которые не продались за неделю, уже на следующую неделю будут уже продаваться уже желтые там за $1 и так далее. Вот. Ну, а так в среднем цена на такую тишечку 3,59. То есть все здесь 160 вещи, 3,59 стоит. Ну, здесь вот зеленым цветом будет стоить $1.